Евразия. Крупнейший материк Земли, омываемый всеми ее океанами. Только представьте, 2/3 современного человечества – жители Евразии. Под евразийским солнцем нашлось место почти для сотни государств, от гигантских до карликовых. Есть в Евразии особое ключевое пространство, где веками сходились и расходились пути народов. Сердцевина континента, перекресток цивилизаций, мост между Западом и Востоком. Знаменитый ученый Дмитрий Менделеев, который прославился вовсе не только химией, говорил: «Россия расположена отчасти в Европе, а отчасти в Азии. Назначена и история именно для того, чтобы так или иначе Европу с Азией помирить, связать и слить». И действительно, поскреби русского, найдешь татарина. И наоборот. Евразия никогда не стригла всех под одну общечеловеческую гребенку. Но при этом связывала и объединяла. Здесь живут настолько разные люди, что интерес и уважение друг к другу стали всеобщей ценностью. Если аккумулятором энергии в Евразии выступали земледельцы, то локомотивом – кочевники. Для кочевника перемена мест – образ жизни. Человек кочующий живо реагирует на изменения, умеет выживать в суровых обстоятельствах. У него гибкий ум и открытое сердце. Кочевники не оставляли после себя крепостей. Но зато они встряхивали мир, наполняя молодым вином старые меха цивилизации. Вчерашние противники – скифы и сарматы, степняки и монголы, а затем беглые крестьяне и ушкуйники, казаки – превращались в надежных союзников, защитников торговых путей, строителей мощных держав. Такова природа и судьба Евразии и тех, кто ее населяет. У нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Наша история сложена парадоксами, наша жизнь соткана переплетением культур. Об этом и будет фильм. Представьте себе 4 стороны света, 4 ландшафта. Север – это полночь, лес и тундра. Пояс, который тянется от Белого моря к Берингову, от Атлантики к Тихому океану. Здесь испокон веков жили финно-угры, тюрки, коренные народы Сибири и Дальнего Востока. Юг – это полдень и горы Кавказа. Здешние многочисленные народы составляют уникальную кавказскую языковую семью. Запад – это закат и поле Восточной Европы от Вислы до Волги, от Дуная до Ладоги. Здесь издавна обитали славяне, а также снова финно-угры. Наконец, Восток. Это Восход, это Средняя Азия и Великая Степь. Степной пояс протянулся от Венгрии и почти до побережья Тихого океана. И все эти 4 грани именно здесь образовали матрицу евразийской цивилизации. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы. С раскосыми и жадными очами.
скифов нет ни городов, ни укреплений. И свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники, их жилища в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? Этой особенности скифов, конечно, благоприятствует их земля и содействуют реки. Быстро сошли со стоической сцены, завещав свое имя и характер потомкам. Западные осели на землю, смешавшись со славянами. Восточные продолжили кочевать вместе с тюрками. Но даже много веков спустя, во времена Киевской Руси, славян, живших на Днепре и Дунае, все еще называли «Великая Скуфь». Последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира, в последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира. Надпись «Лучники» можно было бы принять этих скифов 4 века за орфистов. В одной из легенд кавказского нартовского эпоса рассказывается о том, как выходец из подводного царства, провокатор и пересмешник Сырдон увел корову из хлева нарта хамыца. Спрятавшись в тайном доме-лабиринте, он сварил корову в котле, за что был жестоко наказан. Хамыц отыскал дом обидчика и бросил в котел его детей. Безутешный Сырдон смастерил из костей и жил сыновей арфу. И так печальна была его песня, что нарты сжалились над ним и приняли обратно в свое общество. На плач настроена моя арфа, и свирель моя на напев печальный. Струны арфы и сухожилий, корпус из долбленного куска дерева. Гриф венчает голова коня или птицы. На арфах с древнейших времен играли в Шумере и Египте, Греции и Риме, в Средней Азии и Китае. Сегодня арфа все еще украшает герб Ирландии. Журавлиная шея из дерева. Так называют арфу ханты и манси. Лошадка этого мальчика монгольская с донской примесью. Одинаково хорошо держит и седока, и тяжелые вьюки, короткая шея, массивное туловище, прочные копыта. Эта лошадь, как и ее монгольская прабабушка, не стоит на месте, почти круглый год питается подножным кормом.
Ее предки – маленькие скифские лошадки. Лихо преследовали войска Дария I, участвовали в индийском походе Александра Македонского и даже штурмовали Берлин в 1945 году. 500 000 лошадок попали в Советский Союз из Братской Монголии. По обширной территории Великой Степи тянется непрерывная цепь курганов. Золото кочевников – козырная карта в вечном споре с сокровищами оседлых цивилизаций. Еще древние иранцы поклонялись солнцу. Они считали золото материализацией божественной энергии и царской власти. Золотое солнце и серебряная луна издавна олицетворяли день и ночь, небесный и подземный мир, между которыми росло мировое древо и обитало все живое. Этот северный олень на серебряной подставке с прорисованными на боках крыльями и кокошником из ветвистых рогов, где живут птицы, соколы или орлы, украшал погребальную колесницу сарматского вождя с Южного Урала. Он был бы живой моделью индоарийского мифа, если бы олени водились в Средней Азии. Но они там не водятся, там водятся верблюды. Присмотритесь к оленю и найдете верблюжью бороду и мощные лохматые копыта. Верблюд – такой же символ солнца и власти на востоке, как на севере – олень. Поскреби верблюда – увидишь оленя. А это оленья маска с ветвистыми рогами из сарматского кургана на Алтае была надета на коня. На севере верили, когда по весне олень сбрасывает рога, наступает Новый год. Поскреби оленя, найдешь коня, главного героя евразийского мира. Кочевники – первые евразийские коммивояжеры. Этот ритон из скифского кургана близ Майкопа сделал причерноморский грек. Изображенные на нем битвы олимпийских богов с гигантами напоминают фризы Парфенона. А вот этот кувшин из южноуральского кургана – дело рук иранца из империи Ахеменидов. Кочевники легко приручали соседских богов и перетолковывали на свой лад мифы. Недаром приключения скифского прародителя Таргитая так подозрительно напоминают подвиги Геракла. Скреби земледельца, найдешь кочевника. Эту глиняную флягу для вина, найденную в Северной Туркмении, украшает древний зороастрийский сюжет. Митра – лучник, бог солнца, согласие договора, пронзает стрелой оленя. Из капель крови вырастает древо жизни, на котором созревает плод, а в небе парит то ли сокол, то ли орел. Солнечные вихри вокруг Митры знаменуют энергию нового годового цикла. И снова олень в дельте-то Амударии. В городищах древнего Хорезма было найдено невероятное количество глиняных хумов, винных горшков. Столько вина горожанам было не выпить, а вот обменять в самый раз. Оказывается, вино покупали приоральские кочевники, а взамен хорезмийцы получали железо для своих кузниц.
На летних стоянках кочевников железных заготовок криц, как горшков в Хорезме. Барку за горы, парыр кардам гузары. Асхок хаминамуд хардам хунары. Мандидам, агар надид хар бе басары. Хаки падаран дар кафе. Барку за горы, барку за горы. Глина на востоке – символ земного праха и одновременно вместилище чистого духа. В Хорезме кости усопшего складывали в осуарий. Люди верили – так человек соединяется с первостихиями бытия – огнем, водой, землей и воздухом, чтобы возродиться к жизни вечной. Героями этого универсального мифа в свое время были египетский Осирис, греческий Дионис, скандинавский Бальдр, славянский Ярила, хорезмийский Сиявуш. Миф об умирающем и воскресающем боге переосмыслен в мировых религиях – иудаизме, исламе, христианстве. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Скульптор Белар Царикаев черпает вдохновение в бронзовых диковинах кабанских курганов. Погребенные там родичи скифов были предками алан и осетин, ингушей, чеченцев, тюркоязычных балкарцев и карачаевцев. Ранние кочевники не оставили письменных источников. Однако есть гипотеза, что народы Евразии активно переписывались задолго до появления привычных нам азбук. Евразия была великим комбинатором разнообразных алфавитов. Возможно, самой архаичной формой древнего письма служили тамги – родовые знаки, или, как сейчас бы сказали, логотипы, которыми клеймили скот и другие товары, скрепляли торговые сделки. Посмотрите на эти тюркские руны. Они напоминают скандинавские, но читаются совершенно по-другому, что для Евразии вполне типичное явление. Известно, что этими рунами пользовались во времена тюркского каганата, а в Средневековье с их помощью была начертана книга знаков «Иркбитик», столь же ценная для тюрков, как для китайцев «Книга перемен». А вот фрагмент так называемого «донского письма». Эти граффити были высечены на блоках Маяцкой крепости, восточного форпоста хазарского каганата. В X-XI веках хазарский каганат держал под контролем торговые пути по Волге и Дону. Крепость выстроили византийцы, а дань здесь платили самые разные народы, в том числе славяне. В донском письме ученые разглядели элементы тюркских и болгарских рун, но расшифровать пока не смогли. Стоит ли удивляться тому, что, создавая русскую азбуку, святители болгары Кирилл и Мефодий использовали буквы болгарского, греческого, а также целого ряда ближневосточных языков. Кириллица легла в основу церковно-славянского письма и целого ряда славянских азбук. На ней записывали не только тексты Священного Писания. На кириллице переписывались простые люди, о чем свидетельствуют и новгородские СМС-ки, берестяные грамоты, и граффити на стенах Софии Новгородской. В ордынскую эпоху главным алфавитом стал уйгурский. На нем велась вся монгольская канцелярия.
Выписывались ярлыки ханам, чиновникам, князьям, митрополитам. Бывало, дьяки даже записывали уйгурскими рунами русские тексты. Говорят, славяне происходят от слова. Стало быть, славяне – люди, говорящие понятным языком, в отличие от немцев, то есть немых. Но поскреби русский язык, и найдешь сотни англицизмов, германизмов и, конечно, тюркизмов. Штаны и куртка, платок и шапка, халат и колпак, чулок и сапог, карман и кулак, чемодан и балаган – все это тюркские слова. А сколько в России азиатских топоним? В одной только Москве не сосчитать. Первыми книгами на кириллице были Евангелие и Псалтирь. Слово «псалтирь» восходит к псалтерию, ближневосточному инструменту времен царя Давида, автора псалмов. Псалтерий считают предком славянских гуслей, но, возможно, сама традиция шире и глубже. Под звуки гуслей поэты, баяны распевали былины. Под звуки кантали звучало из уст карельских рунопевцев знаменитое на весь мир Калевала. Свою историю хранят белорусские цимбалы, хантамансийский нарсюх, персидский канун, китайский цинь, корейский каягым. Все эти сакральные инструменты объединяет одно. Как и многие евразийские музыкальные инструменты, они родились из цельного куска дерева и сухожилий. Посмотрите, какие ракушки. Монетария монета. Они же ужовки, змеевки или каури. Каури символизировали плодородие, оберегали от злых духов. Их, как пятаки, клали на глаза усопшим. Одновременно каури служили деньгами. Их форма легла в основу первого иероглифа. Больше всего каури водилось на Мальдивах. Спрашивается, где пляжи Мальдив, а где, скажем, леса Удмуртии и Мариэл? Но дело в том, что эта южная ракушка попадала в страны Евразии через древнейший Великий Индийский путь. Великий Индийский путь – старший брат Великого Шелкового. В этом ритоне из парфянского города Ниса, что в современной Туркмении, прекрасно уживаются индийская слоновая кость, изображения греческих богов и индорийского симурга – крылатого, рогатого, львиноголового. Как правило, монета – явление монокультуры. Один пантеон, одна вера, один правитель, один язык. Так было при Александре Македонском. Но для Евразии привычнее монеты более позднего, Кушанского царства. Здесь Шива и бык Нанди из индуистского пантеона, греческий Гефест, иранская богиня Ардохшо, Амударья и солнечный Митра. И все это отчеканено на одном государственном монетном дворе. Чоркасро. Дот мардей як дирам.
آن یکی گفت این به انگور دیهم. آن یکی دیگر عرب بود، گفت لا، من اینب خواهم نه انگور، ای دغا. آن یکی ترک بود و گفت این بنوم، من نمی خواهم اینب، خواهم ازوم. آن یکی رومی بگفت این قل را ترک کن، خواهم استافیل را. در تنازع آن نفر جنگی شدند که ز سیر نام ها غافل بودند. مشت برهم می زدند از ابلهی، پر بودند از جهل و از دانشتهی. گفت هر یک تان دهد جنگ و فراق، گفتی من آرد شما را اتفاق. پس شما خاموش باشید این سیتو، تا زبان تان من شوم در گفتگو. Персидский поэт XIII века Джалаладдин Руми был прав. Понять друг друга можно только зная язык собеседника. Умению говорить и писать на разных языках полиглот Руми был обязан не только своему таланту. Таков был стиль жизни многонациональной Евразии. Транссиб, Турксиб, БАМ, Трансевразийский пояс развития. Один пояс, один путь. Все это великие шелковые пути современности, новые воплощения старинных торговых магистралей. Они связывают Восток и Запад, Север и Юг, подобно тому, как кровеносные сосуды пронизывают организм, насыщая его ткани столь необходимым для жизни кислородом. В конце 19 века заработала Закаспийская железная дорога. Мир удивился. Сам Жюль Верн прокатил по ней героев своего романа «Клодиус Бомбарнак». Более того, великий французский фантазер в своем романе продлил ее до самого Пекина. Мечты опередили реальность. До Китая эта дорога пока не дошла, но сегодня существует проект объединения железных дорог Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Так что, возможно, сказка Жюля Верна вскоре станет былью. Русский путешественник и акварелист Николай Каразин получил высочайший заказ сделать альбом о Закаспийской железной дороге. Для рисования ему выделили специальный вагон-мастерскую. Полистаем. Самый первый шелковый путь сложился во втором веке до нашей эры. Вскоре нити шелкового пути дотянулись до Европы. Сотни верблюдов везли на запад шелковую тафту и камку, шерсть и хлопок, зувь и бязь, ковры и тесьму, кожи и меха, чай и рис, ладан и мыло, мед и воск, перец и соль, золото и серебро, драгоценные камни и жемчуг, фарфор и стекло, арбузы и персики. Шагане, ты моя Шагане. Потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле про волнистую рожь при луне. Шагане, ты моя Шагане. Потому что я с севера, что ли, что луна там огромная. В сто раз.
Как бы ни был красив Шираз, он не лучше рязанских раздолий. Потому что я с севера, что ли? Этот праздничный наряд 19 века хранит память о том, как тысячи лет назад армянский народ провожал в последний путь любимого царя Арташеса I. В золототканной мантии, как пишет историк Мавсес Харинаци, царь возлежал на шелковом одре. Это было первое в армянской истории упоминание о шелке. Дорогу из Тиграна-Керта в Арташат называли царской. Это был отрезок южной ветви Великого Шелкового пути, который вел через Среднюю Азию, Иран и Армению на Ближний Восток, в Средиземноморье, в Европу. Армению на Великом Шелковом пути стали узнавать по коврам. Недаром английский карпет так похож на армянский карпет – узелковый ковер. Одна из центральных веток Шелкового пути проходила через Среднюю Азию к берегу Каспия, откуда путь лежал на Кавказ и далее в греческие колонии, в северные поля и леса, на Волгу, Каму, Днепр. Караваны останавливались отдохнуть и поторговать в оазисах, где цвели такие города, как Алмату и Кашгар, Бишкек и Ош, Фергана и Ташкент, Самарканд и Бухара, Ашхабад и Ургенч. Подобно великой реке с характером, шелковый путь не раз менял русло, образуя новые рукава, протоки и старицы. Память о евразийской магистрали хранят верблюды на гербах Челябинска и Семея. Эти клады плыли по древним путям из варяг в греки, из варяг в арабы. Это сейчас легко представить себе будничные перелеты из Багдада в Стокгольм, из Стамбула в Санкт-Петербург, а в IX-XI веках. Пожалуй, в это время связи торговые, культурные, политические были в центре всеобщего внимания. «За морем житье не худо, светишь, вот какое чудо!» Первый путь вел корабли по Днепру и Черному морю к Константинополю, воротам восточно-христианской Византии. По преданию, в 907 году Вещий Олег, повесив щит на вратах Цареграда и заключив с Византией договор, регулирующий торговлю русских купцов, вернулся домой под специально пошитыми греками златотканными шелковыми парусами. Второй путь шел через Каспий по Волге, соединяя Европу с землями среднеазиатских империй, а позже арабского халифата, и обеспечивал экономическое благосостояние трех государств – Руси в верхнем течении реки, Волжской Булгарии в среднем и Хазарского Каганата в низовьях Волги. Болгар – столица Волжской Булгарии, сильнейший из наследниц тюркского Каганата, прародины нынешних татар, башкир и чувашей. Когда-то это были единственные ворота торговли Руси с Востоком. Сколько раз Болгар разрушался до основания славянами и монголами, столько же раз он восставал из пепла благодаря удобному расположению на берегу Волги. Здесь была первая ставка Батыя, а при хане Берке – столица Золотой Орды. Наивысшего расцвета Болгар достиг в правление узбек-хана. В городе даже появились каменные здания, частично сохранившиеся до наших дней. В 15 веке Болгар передает эстафету Казани, столице Казанского ханства.
самой древней волынки более 3000 лет. И родилась она не в Шотландии. Кто только не играл на волынке. Древние халдеи, ассирийцы, египтяне, персы, индийцы. Греки под волынку плясали, римляне шагали в боевом строю. И только нашествие варваров забросило волынку на север, в Шотландию, где она приобрела статус национального символа. Вместе с крестоносцами волынка вернулась на восток и с тех пор звучит повсюду. В Белоруссии, в Германии, в Эстонии, во Франции, в Италии, в Румынии и Молдавии, в Болгарии, в Армении, в Грузии, в Чувашии, в Мариэл. Из-за протяжного монотонного звука инструмента родилось слово «волынить», то есть медлить, тянуть время. Но время, конечно, не тянется, оно степенно течет. Как река Серенга впадает в Байкал, а у старого Байкала много сказок. Одна из них о том, как не пускал Байкал дочку, красавицу Ангару, замуж за богатура Енисея. Но девушка все равно устремилась навстречу суженому. Разве от судьбы уйдешь? Испокон века кочевники Евразии возили за собой юрты, яранги, чумы, палатки, шатры. Собранный из каркаса и войлока, кожи и звериных шкур, шатер надежно защищал от зноя и стужи и был незаменим в походах. Купол юрты венчал круг с решетчатой крестовиной. Он удерживал жерди, в него проникал свет солнца и выходил дым очага. Он стал скрепой кочевого мира, родовым оберегом. В оазисах кочевые шатры сменялись куполами дворцов и мечетей, арками медресе, башенками минаретов, создавая непрерывную архитектурную мозаику. Годы противоборства и соседства с Великой степью доказали, шатер – это всерьез и надолго. И вот в 16-17 веках, после присоединения Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств, на Руси начался настоящий шатровый бум. Шатровые церкви, башни и колокольни, плоть от плоти русского деревянного зодчества гармонично вписались в единый евразийский ландшафт. На запрос «Символ России, символ Москвы» нейросеть выдает бесчисленное множество изображений храма Василия Блаженного. Действительно, Покровский собор на Красной площади – настоящий евразийский архетип в самом сердце России. Чудо света. Букет из 9 церквей. Сегодня гости с Востока поневоле сравнивают его разноцветие с богатством декора ханских дворцов. С годами Красная площадь прирастала шатрами. Башни Кремля и Иверские ворота, царский престол в Успенском соборе и царская башня, исторический музей и Московская дума. А те, кто бывал и в Москве, и в Казани, замечают, как рифмуются шатрами Москва и Казань. «Дружим шатрами» – примерно так. Одежда их и телесное убранство у всех одинаковые. При этом христиане носят узелки, которыми застегивается грудь на правой стороне. А татары, одежда которых очень похожа на левый.
русских государей иностранцы, по свидетельству историка Ключевского, любили сравнивать с турецкими султанами. И неудивительно, с возвышением Руси на евразийскую арену вышла Османская Турция. Читая в книге посольского приказа меню для дипломатического приема, можно подумать, что пирует вся Евразия. Ибо на столе рейнские, испанские и греческие вина и русские меды, легкие закуски в виде полос дынных и арбузных цукатов, икра, копченые спинки осетров и лососей, язык белужий присольный, разнообразные мазюни, остросладкие паштеты из редьки с шафраном, имбирем, перцем, пироги 21 вида и даже икра заморская, баклажанная. Судя по меню, день постный. Иначе стол ломился бы и от мясных блюд. Аристократы из разных стран и эпох. Евразия сверху донизу. Единая семья из земледельцев, кочевников, воинов. Сын Тамерлана Шахрух на вид вполне себе европеоид. Что неудивительно, его мать была таджичкой, а внук Тамерлана Улугбек снова монголоид. Андрей Боголюбский, русский князь. Чем не азиат? Его матушка, дочь половецкого хана Аепы. А Иван Грозный? Среди предков его матери Елены Глинской были литовцы, татары, поляки. Однако низкий лоб, узкое лицо, сильно выступающий тонкий нос и выдвинутый вперед подбородок говорят о наличии признаков средиземноморского типа. Возможно, они достались царю от бабушки, гречанки Софьи Палеолог. Иван Грозный, став государем кабардинской земли, черкесских и горских князей, скрепляет дело двумя свадьбами. Сам берет в жены кабардинскую княжну Кышане Темрюковну в крещении Марию, а ее брату, Салтану Темрюковичу, в крещении Михаилу, отдает в жены дочь царского воеводы и дипломата Василия Захарьина Юрьева, чей род положил начало династии Романовых. После свадьбы новая черкесская родня получает титул князей черкасских. С Марией Темрюковной, прозванной Пятигоркой, пришла на Русь кавказская мода. Корсеты и катурны, осиные талии и мужской крой платья, черкески с золотыми гулунами в прикреп. Такую вышивку каждая девица готовила себе в приданое. Подобно своим соплеменницам, Пятигорка любила охоту, владела оружием и прекрасно держалась в седле. Кавказ подо мной. Один в вышине. Стою над снегами у края стремнины. Орел, с отдаленной поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. От сели я вижу потоков рождения и первые грозных обвалов движения. Асайфорд чешила самаж. Рахаштаев, дхажна, ануш, он шижгарин шавов тдуаденс. Шхашти шав хохма, баржон только захаларбатти, а мажарн табайдет та уадензай. А сама же жардма, шаржин шакта вот калкала шейвашен байдайнс. Шашиката баржор шишенс, а малыштаг рашгирнс.
Шау кадыши читач алип кафтка на нелшхаса дышта. Шау хоха, шау нелшахта арж гортой шавайнагай, амади шаджа кашта тама кафта ташиштой, уорен шика газа бидыртима, рок шимтканан байдеттой. Туашта, амаден шагутта, туацай былма кураж горанс, умка амбардвайинс, шикая кажен кушишанс. Тар кушта маруашта шахи, кунавал бауроманс, ама курадух канас фатамбадырма. Авшати фош зукта зукта и айнач бама амбардкана кубайдайнс. Фалварай фош зукта зукта и фатамбадырты курасай сонс. Сказание о нартах. Краеугольный камень кавказского мира. А в камне – главный смысл и тайна Кавказа. Именно из камня рожден любимец нартов, богатырь Сослан. Из камня – священные горы Кавказа, Эльбрус и Казбек. К ним прикованы кавказские Прометеи, Насрен и Пхармат. На вершине священной горы Арарат покоится спасительный Ноев ковчег. Камень – символ могущества и долголетия. Каменной кладкой укрепляли склоны гор и благоустраивали родники. Из камня строились башни, дольмены, некрополи. Крепко спят далекие предки в высыпальницах Даргавса. Хранят память о прошлом резные хачкары – хач по-армянски крест, кар – камень. Сколько хачкаров, столько и узоров. Ни одна судьба не повторяется. Здесь тучи смиренно идут подо мной. Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады. Под ними утесов ноги и громады. Там ниже мох тощий, кустарник сухой. А там уже рощи, зеленые сени, где птицы щебечут, где скачут олени. А там уже люди гнездятся в горах и ползают овцы по злачным стремнинам. И пастырь нисходит к веселым долинам, где мчится арагва в тенистых брегах. И нищий наездник таится в ущелье, где терек играет в свирепом веселье. Играет и воет, как зверь молодой. Завидишь и пищу из клетки железной, и бьется о берег в вражде бесполезной. И лижет утесы голодной волной. Вообще, нет ни пищи ему, ни отрады. Теснят его грозно немые громады. Живя бок о бок с кавказцами, русские казаки научились вести войну без правил и мундиров. Целый ряд кавказских предметов прочно вошел в русский военный быт. Некоторые из них достались кавказцам от арабов и тюрков. Так что облачение воинов – пример истинно евразийской амуниции, большого культурного обмена. Что ж, углубимся в кавказский раздел азбуки общей истории. Черкеска. Приталенный распашной однобортный кафтан. С первой половины XIX века черкеска вошла
в обмундирование русского казачьего войска и даже императорского конвоя. Бурка – безрукавный войлочный плащ, часто с плетением конского волоса. Идеальный бронежилет в шашечном бою. В бурку заворачивали новорожденных и усопших. Она находилась на вооружении казаков и офицеров русской армии с 19 века до Первой мировой войны, когда бурку сменила шинель. Папаха – взятый от тюрков мужской меховой убор из овчины или каракуля. Потери папахи была равносильна потере оружия. В середине 19 века в папахе были одеты казачьи войска, а с 13 года – вся русская армия. В советское время папаха полагалась полковникам, генералам и маршалам, офицерам высшего ранга. Шашка. Считается, что слово «шашка» происходит от адыгейского слова «сашхо» – «длинный нож». Первым шашку позаимствовали у черкесов терские, кубанские и донские казаки. Уже в 19 веке шашка вытеснила из русского арсенала турецкую саблю. Дожив до Великой Отечественной войны, она стала последним в истории холодным оружием, массово применявшимся в боях. А вы думали о том, кто такой казак? Возможно, это слово одного корня с казахом? Казахами называли покинувших улус всадников, вольный народ. Так ведь и в казаки шли пассионарии, беглые крестьяне, отчаянные головы. Наряду с кавказской одеждой нашивали казаки и бухарские халаты. В каждой кавказской усадьбе имелось место, где утихала любая, даже кровная вражда. Дважды переступив порог, гость становился кунаком, причислялся к родным или лучшим друзьям, за которых можно и жизнь отдать. Куначество помогало гасить межэтнические конфликты, налаживать торговое сотрудничество. Слово «кунак» в различных вариантах присутствует во множестве кавказских и тюркских языков. Кунацкая. Здесь под руководством старшего, тамады, не рассказывались анекдоты, а совершался древний ритуал трапезы. Здесь делились новостями, решали важные вопросы, состязались в красноречии, пении, танцах. Высокое гостеприимство на Кавказе и сегодня столь же незыблемо, как Казбек, Эльбрус и Арарат. Здесь так много интересного в самой жизни, на улицах, на базарах, в садах. Мы отыскали одного живописца-самоучку. Говорят, он очень бедствует и пишет за гроши, вывески и так далее. Но человек он прямо гениальный. Если удастся с ним познакомиться, непременно приглашу его на нашу выставку на будущий год. Остался бы Никопи Расмани известным лишь в родном Тбилиси, если бы не русские художники-авангардисты Михаил Ледантю и братья Зданевичи Кирилл и Илья. Именно они в 1913 году взяли его работы на выставку в Москву. Шаман не вкушает животной пищи. Дождавшись особой фазы луны, он приступает к обряду. Проводив жертвенное животное в небесной чертоге, шаман выделывает его шкуру. Выбирает дерево для бичайки и колотушки, тальник, кедр, иногда тополь, но чаще березу. Древо жизни. У ненцев и селькупов шаман берет топор, закрывает глаза и намечает дерево наугад. Алтайцы спрашивают совета духов. Якуты выбирают дерево, в которое ударила молния. С внутренней стороны звенящий металл. Колокольчики, погремушки, железные изображения духов и животных, миниатюрное оружие,
Лук, стрелы, нож. С внешней стороны символы трех миров – небесного, земного, подземного. Знаки великого круговорота жизни. Выпускник Суриковского училища Борис Молчанов был из тех, для кого академическое образование стало началом возвращения домой, на Таймыр. Герои его картин – оленеводы, охотники, рыбаки. Часто в картины художника проникала живая натура – дерево и кость, замша и кожа, изношенная, прокопченная очагами летних чумов, плоть от плоти родной земли. Откровение. Встреча с чудом. Таким же откровением стало для исследователя Уссурийского края Владимира Арсеньева встреча с нанайским охотником Дырсу Узала. Неграмотный таежник с восточного края Евразии стал другом русского офицера и даже учителем в отношении к ближнему, к природе, к миру. Арсеньев относился к философии Дырсу и его соплеменников с интересом и глубочайшим уважением. Он называл таежных людей первобытными коммунистами. Арсеньев написал о Дырсу книгу. В 1975 году японский режиссер Акира Куросава снял по ней фильм, получивший Оскара. Вот, оказывается, зачем, оттолкнувшись ногой от Урала, шли на восток новгородские воеводы, казацкий отряд Ермака Тимофеевича и Ивана Москвитина, прокладывались дороги и почтовые тракты на север, по Таймыру, на северо-восток, к Чукотке и Аляске, на юго-восток, от Байкала к Амуру и Уссури, чтобы, дойдя по тайге и бездорожью до Тихого океана, испытать счастье духовного родства, братской дружбы, радость совместного жития. Большинство языков коренных жителей Севера входят в те же семьи, что и языки, на котором говорят китайцы, монголы, киргизы, казахи и множество других народов. Сюда, на север, не раз накатывали волны переселенцев с гор Алтая и Саян, из степей Монголии и Маньчжурии, с тихоокеанских побережий Юго-Восточной Азии за тысячи километров от полярного круга. Самый яркий пример – язык якутов, народа Саха. В нем слышится многоголосая речь огромного тюркоязычного сообщества от Колымы и Индигирки до Босфора и Персидского залива. И все же есть народ, который превзошел все возможные фантазии о севере. Это долганы. Долганы, или как их еще называют, аристократы тундры, потомки русских переселенцев, самый молодой народ Северной Азии. Ему всего 100 с небольшим лет. Численность порядка 8 тысяч, большая часть – жители Таймыра. Откуда взялись долганы? Ивенкийский род, называвший себя долган, спасаясь от сборщиков ясака, переселился из центральной Якутии в Заполярье, на Таймыр. Здесь тунгусоязычные долганы смешивались с местными ивенками, другими народами, говорившими на самодийских языках, а позже с тюркоязычными якутами. Вскоре через Таймыр и северо-западные районы Якутии протянулась большая русская дорога. Она шла вдоль реки Хатанги и соединяла русские поселки в низовьях Енисея и Лены. На Хатангском тракте на удалении 30-40 километров друг от друга были построены станки, где в бревенчатых избах поселились русские семьи, держатели ездовых оленей. Заезжие гости, торговцы, служилые люди меняли усталую упряжку на свежую и продолжали путь. Там же, на берегах Хатанги, охотились и рыбачили местные жители Таймыра. Русские землепроходцы и переселенцы нуждались в полезных советах и навыках. Завязывалась дружба, заключались браки,
Уже в 18 веке в официальных документах сибирской администрации появился новый этноним – затундринские крестьяне. Они и стали основателями нового народа – долган. Долганский пасхал – продукт синтеза культур. На моржовой кости сделаны зарубки. Это христианские праздники. Рядом с ними рисунки – олени, птицы – это знаки годового цикла таймырской тундры. Люди знали – начался гон у домашних оленей – жди покрова. Начался отёл – приближается Федосин день. Началась линька у лебедей – Ильин день на носу. Новый этнос – новый дом. Вековой чум из шестов и оленьих шкур благодаря русскому влиянию сменился прямоугольным балком на полозьях с железной печкой внутри по образцу кибиток, что мчали по Хатынскому тракту. Теперь при переезде на новое место чум не надо было разбирать и собирать заново. Легкий и теплый каркасный домик, обтянутый изнутри ситцем, а снаружи шкурами, олени без труда везли по тундре. Новый быт – новый костюм. Традиционно северную меховую одежду русские покрыли сукном. Оно не только придало одежде прочность, его можно было расшивать бисером и цветными нитками. Это делали еще предки долган вслед за ивенками, покупая бисер русский у русских, китайский у якутов. Привозили русские купцы и павлопосадские платки. Долганы выменивали платки на пушнину и украшали ими костюмы – и женские, и мужские. Добавьте к этому изысканные серебряные украшения якутских ювелиров, и вы согласитесь – было за что прозвать долган аристократами тундры. Это Иводрос, студент Петербургской академии художеств из Эфиопии, иконописец. В работе он использует лазурь, или, как на Руси говорили, голубец, краску из измельченного афганского лазурита. Лазурь в христианстве и исламе – цвет святости и чистоты, цвет небесной сферы. Близкий к нему – зеленый, цвет истины, мудрости, торжества вечной жизни. Лазуритом писал свою Троицу Андрей Рублев. Будучи одним из первых экспортных товаров на Великом Шелковом пути, лазурит продавался по цене золота. Выше всего ценился бадахшанский лазурит, который добывали в горах Памира. Городом небесных сфер можно назвать и Самарканд эпохи тимуридов. Такое обилие лазури! Тимург, иранская вещая птица, легко перелетела из персидской традиции в тюркскую. Когда-то Тимург или Тимаргл входил в пантеон языческих богов князя Владимира. Затем уже в качестве общеевразийского западно-восточного фольклорного персонажа он поместился на Дмитровском соборе во Владимире. А оттуда перешел на поливные изразцы и сказочные картины русских художников. Наверняка Тимург не раз пролетал над предками этих великолепных коней, с породой которых 5000 лет назад начался Великий Шелковый путь. Ахалтыкинцы – выходцы из оазиса Ахал, где их разводили туркмены-тыкинцы. На светло-сером красавце открывал в 1945 году парад победы маршал Жуков. Огнедой ахалтыкинец – национальное достояние Туркменистана – украшает сегодня герб этой страны. Сакральный образ коня укоренился и в христианстве. На православных иконах огненные чудо-кони возносят на небо Илию Пророка. Кони символизируют божественные дары на иконах Фрола и Лавра,
покровителей лошадей. Сидя на коне, поражает змея святой Георгий Победоносец. И это не говоря уже о коне, герое сказок всех народов Евразии. Чаепитие в Узбекистане – непременный ритуал гостеприимства. В любом сельском доме всегда наготове дастархан – скатерть, которую расстилают на ковре. На нее ставят сахарные конфеты, кристаллы виноградного сахара, запеченные в золе абрикосовые косточки, лепешки. Некоторые утверждают, что в Туркестан чай проник вместе с монголами. Это не так. Чай в Узбекистан попал благодаря России, причем довольно поздно, в 18 веке. Россия и в Европе стала одним из пионеров чаепития. Сначала чай испробовали на себе русские государи. Алексей Михайлович и Михаил Федорович принимали его как целебный отвар. А уже в 1679 году с Китаем был подписан договор о постоянных чайных поставках. Поначалу далеко не каждый имел возможность побаловаться чайком. В 18 веке фунт караванного чая в Москве был равен по стоимости 50 килограммам зернистой икры. И это не шутка. По-настоящему широко чайная торговля развернулась при Екатерине I. Кяхта – небольшой поселок в Забайкалье на границе с Монголией – превратилась в важный перевалочный и торговый пункт. С 1880-х годов начали функционировать Самара-Уфимская и Екатеринбургско-Тюменская железные дороги. Время доставки чая резко сократилось, цена снизилась. Главным центром русских чайных концессий в Китае стал город Ханькоу. Отсюда начинается великий чайный путь, шедший через Кяхту. Крупные торговые склады чайных фирм имелись и в Самарканде, удобно расположенном на железной дороге. Отсюда чай развозили в другие города Туркестана. В советское время наша Евразия производила уже свой чай – грузинский, азербайджанский, краснодарский. Дух Востока так вкоренился в нашу жизнь, что подчас трудно отличить, где кончается национальная черта и начинается восточное влияние. В нас течет добрая половина татарской крови. Многим живописцам стало ясно, только на Востоке, будь то Крым или Кавказ, Персия или Алтай, можно получить вдохновение и исцелиться от творческих недугов. Может быть, из-за более отвесных лучей солнца? Уроженец Самарканда Лев Буре создавал не только полотна, но и первое в Туркестане художественное училище. Иван Казаков родился на Орловщине, но полюбил Восток на всю жизнь. Он переехал в Ташкент, где не только писал картины, но преподавал рисование и чистописание. Аганес Тетывасян родился в Ереване, учился в Тифлисе, жил в Самарканде, открыл там художественную школу, преподавал в Ташкенте, оформлял павильон Узбекистана на ВДНХ. Местным живописцам, таким как Урал Танцыгбаев, нужно было познакомиться с французскими импрессионистами, чтобы потом заново открыть для себя красоту родной земли.
Другим же, как Илье Мазелю или Александру Волкову, Восток указал путь к уникальному синтезу традиции и авангарда. Караван – главный герой картин Волкова. В нем ритм сменяющихся друг друга столетий, отзвук бескрайних пространств, хруст песков пустынь, где жарко жженый жжется жар, как писал художник в своих стихах. В 1920 году в Туркестан в качестве комиссара по делам искусств прибыл Александр Николаев, ученик супрематиста Малевича. Он вознамерился покорить Восток, но Восток покорил его самого. Все началось с работы в Самаркандской комиссии по охране памятников старины. Николаев удивительно тонко копировал мозаики Гуры-Мира, мавзолея тимуридов. Сблизился с местными археологами, архитекторами, знатоками восточной миниатюры, собирателями преданий. Желая докопаться до самой сути восточного мира, он всерьез увлекся исламом и суфизмом и в конце концов принял новое имя Устомумин, что значит «мастер уверовавший, смиренный». Абр в переводе с персидского «облако». Главная особенность абровой ткани – абстрактные узоры, напоминающие легкие перистые облака. Такие узоры создаются особой техникой окраски нитей. Невозможно получить два отреза ткани с одинаковым рисунком. Каждое полотно можно сравнить с картиной художника, ведь мастер также тщательно работает над каждой ниточкой, как художник над каждым мазком. На создание одного отреза ткани может уйти целая неделя кропотливого труда. Свободный, мерцающий абровый узор ошеломлял и гипнотизировал европейцев. Все началось на рубеже 19-20 веков с международных промышленных выставок, где туркестанские халаты и рубахи буквально потрясли Запад. «Звучат азиатские халаты», писал Василий Кандинский, посетивший в 1908 году международную промышленную выставку в Мюнхене. Художница Надежда Кашина, наблюдая узбекскую толпу на базаре, назвала ее «движущимися натюрмортами». Местные жители со своей стороны проявили интерес к русским тканям. Дело в том, что для правоверных мусульман шелк был райский, праздничной одеждой и не должен был касаться тела. Кто-то придумал сажать шелковый халат на ситцевую подкладку трехгорной или ивановской мануфактуры. Как бы то ни было, буйство красок и вольный рисунок туркестанского шелка встретились с подчеркнутой выверенностью и симметрией русских ситцев. Эффект был потрясающим. Хлопок и шелк становятся прочными связующими нитями Евразии. Знаменитые туркестанские шелковки – тоже своего рода символ Евразии. Известные еще со времен Китайской империи Цинь шелковые деньги – появились в Туркестане не от хорошей жизни, а из-за дефицита бумаги на переломе эпох. Первый раз после развала Российской империи в 1918 году, когда на троне Хивинского ханства оказался хан Сеид Абдулла, он и выпустил 3 миллиона шелковок. А второй раз уже 500 миллионов шелковок напечатало правительство Хорезмской Народной Советской Республики. Всего год-два, и жизнь радикально изменится. Звезду и полумесяц сменят початок хлопка и кузнечный молот. Но как бы ни называлась земля, Хивинское ли ханство, Хорезмская ли народная республика, или вместо нее еще три, на шелке останется неизменный надпись – Хорезм. На древнерусском языке «кокош» означало «курица». По-узбекски «тилакош» – это «золотые брови».
признак женской красоты. Другими словами, тоже птица. Таджики произносят наоборот. Кош-тилло. А русские – кокошник. Но главное, что без него не обходился ни один традиционный свадебный наряд. Взгляните, какая красота! Над прикрывающей лоб пластинкой птицы ажурный гребень. Как тут не вспомнить сарматского оленя? Композиция на гребне восходит к древнему индоиранскому сюжету каракалпакского, мордовского, чувашского, удмуртского головных уборов. Это вышивка таджикская. В универсальном сакральном сюжете весь мировой порядок. Ромбы – земля, ладья – путь-дорога в мир предков, солнце – источник жизни, древо жизни с птицами на небесах, змеями в корнях, конями, оленями, барсами по бокам и богиня плодородия. У русских – берегиня, у иранцев, узбеков, таджиков – анахита. Различные вариации на эту мировую тему украшают одежду всех евразийских народов, особенно свадебную. Так что с первого взгляда работу среднеазиатских и поволжских мастериц не отличишь от славянских, как этот чувашский наряд. Корень-то один, общий, евразийский. Посмотрите, вышивка русских поморов Архангельской области. Этот подвес когда-то украшал свадебные сани. Все те же знакомые индоиранские символы. Но где Белое море, а где Иран? Діло токай, хамиджує манера. Чи дарі дуст харза душманера? Чароджує вафа аз бі вафає? Чи кубі бі худа сар оханера? А я совсем баногуши кидари, барашки хейштан, хар совсенера. Яке зин барзани нора барша, кибар оташ нишани барзанера. Дилиман арзани, ишки тукухе. Чи сої зірі кухи арзані ра? Бібахша, ей пісар, бар ман бібахша. Макуш дар іш хіра, чун мані ра. Из-за слов твоих, как соловьи, из-за слов твоих, как жемчуга, звери дикие слова мои, шерсть на них, клыки у них, рога. Я ведь безумным стал, красавица, ради щек твоих шираских роз. Краску щек моих утратил я ради золотых твоих волос. Золото мое рассыпал я, нагим и голым стал, красавица. С высоты минувших лет выражение «советский эксперимент» кажется такой же нелепостью, как «скифский эксперимент» или «переворот Тамерлана». Очевидно, что революция лишь обновила завещанный предками мир. Как и прежние катаклизмы, попытка строительства нового мира была трагична, но не безуспешна. Строчки из «Интернационала «Мы наш, мы новый мир построим» ключевым сейчас видится слово «наш». Советская эпоха стала новой вершиной развития евразийской цивилизации. ВДНХ.
прямая наследница промышленных выставок Российской империи, первых публичных презентаций разноцветного многоликого мира Евразии. Кажется, все помноженные на современность образы земного рая, все на свете рынки и базары, все медресе и обсерватории собрались здесь. Архитектор павильона «Узбекистан» Стефан Полупанов был известным зодчим Андижана, Самарканда, Ташкента и гениально умел перевести традицию на язык современности. К работе он привлек своих коллег, туркестанцев, Урала Танцыгбаева, Усто Мумина, Аганеса Татывасяна и многих других. Майолику на фасаде и резные двери делали лучшие мастера Самарканда Якуб Рауфов и Нарула Назрулаев. Неудивительно, что павильон напоминает медресе Улугбека в Самарканде. Дышит памятью о средневековых мавзолеях и павильон Республики Казахстан. В его проектировании участвовал Тариу Басенов, заслуженный строитель Казахской ССР. А скульптуры и рельефы создавал Хасбулат Аскар Сараджа из Дагестана. Кстати, автор монумента Сухэ Батора в Монголии. Вот такой евразийский размах. Помните? Поедешь на север, поедешь на юг, везде тебя встретят товарищ и друг. Говоря о достижениях СССР, мы можем привести десятки и сотни впечатляющих цифр. Но лучше давайте просто вглядимся в памятники тех лет, как вглядываемся мы в лица и фигуры богов и героев древности. Лучше художника никто не даст почувствовать эпический размах евразийской мысли, воли, энергии, такой близкой и понятной нам. Драгоценная карта «Промышленность СССР», получившая в 1937 году гран-при на Всемирной выставке в Париже, а затем и золотую медаль в Нью-Йорке, сделана в технике флорентийской мозаики. Все эти самоцветы, металлы и сплавы – точное отражение ресурсов страны, ее богатейших недр. Рубиновая Москва, Александритовый Ленинград, алмазный Северный полюс, столица республик из Уральского изумруда, степи и горы из яшмы, колосья на гербах, балтийский янтарь, новые промышленные центры, лунный камень, химическая промышленность, волынские топазы, трубопроводы и перерабатывающие предприятия, магистрали из платинированного серебра, моря и океаны. Здравствуй, древний камень лазурит, афганский, таджикский, байкальский. Сохранились слова одного из сотен мастеров, трудившегося над рельефами из яшмы, полями, лесами, горами и степями. Это было лучшее из того, что я когда-либо создавал из камней Урала. Словно книгу прочитал о своей стране. Увидел необозримую, могучую родину. И думал я, работая над этой картой, что все это мое. Моя страна, мои богатства, мои заводы, мои леса, города, села. Я хозяин этой страны. Карта хранит заветный алхимический секрет. Как удалось нам всем вместе построить первую в мире атомную электростанцию, первый в мире атомный ледокол, запустить первого космонавта и первую орбитальную станцию, создать единую геологическую карту. И как удалось отстроить после землетрясений Ашхабад, Ташкент, Ленинакан? И как удалось победить фашизм? Расчет врага состоял в том, что Советский Союз – это насильственно собранный конгломерат чуждых друг другу народов, колосс на глиняных ногах. Стоит его пошатнуть, и Союз рассыплется, как карточный домик. Враг не знал азбуки нашей общей истории и потому просчитался. Великая Отечественная война обнажила древний,
но по-прежнему живой и мощный корень евразийской цивилизации. Люди, забыв о политических, классовых и религиозных, этнических различиях, плечом к плечу встали на защиту своих полей и лесов, степей и гор. Более сотни национальностей, потомки скифов и сарматов, гуннов и тюрков, древних славян, считали себя единым советским народом, отстояли свою общую родину от очередного нашествия варваров, на этот раз из Европы. До сих пор по пути движения эшелона Панфиловской дивизии из Кыргызстана через Казахстан в Россию на защиту Москвы стоят памятники той доблести. Сам командир Панфилов в Бишкеке, бойцы дивизии в Алма-Аты и их товарищи под Москвой, где героически они все и погибли, но остановили врага. Великий героический путь евразийской цивилизации. Мамаев курган. Сторожевой пункт Золотой Орды. Недалеко отсюда древние столицы кочевой империи. А в 1942-43 годах на этой земле проходила Сталинградская битва, самое кровопролитное сражение Великой Отечественной. За 135 дней Мамаев курган стал местом силы. Здесь в жестокой схватке с фашизмом сложили головы около 35 тысяч воинов из всех братских республик Советского Союза. Здесь была предрешена победа. Грандиозный мемориал, чудо инженерной мысли 20 века. В его центре родина-мать. 85-метровая фигура поражает размерами и мощью даже тех, кто видел американскую статую свободы. Из такого же бетона была построена знаменитая Волжская ГЭС. Мемориал строили всем союзом. Металл из Сталинграда, гранит из карьеров Украины, прожекторы из Калининграда, техническое оборудование из Уфы и Оренбурга. Здесь, на главном кургане Евразии, особенно остро чувствуешь, победить в этой страшной войне можно было только всем вместе. Ленинградтық үренім, мақтанышым сен едің. Нева өзінің сүйкімді бұлағындай көремін. Төккенім жоқ терімді, жер қылғалы кеудені, жасалған жоқ салтанат, жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жаралған жоқ көнгөлі, жасағамын өмірді, жау біткенді жеңгелі. Саудыратып сүйегін, топыраққа көмгелі, Қазақстан жерінен тұтанғандай елгегі. Жолды кернеп қол кетті, сендерге дем бергелі, Нева алабын қорыңдар, Ленинградтың ерлері. Мы не рассказали и сотой доли того, что составляет соль Евразии, ее подводные течения и глубинные взаимосвязи. Но и этого достаточно, чтобы понять Скуфь и Тартария, Русь и Орда, Советский Союз и Евразия – это не кровь, а состояние духа двух сотен народов, собранных под одним шатром размером с континент. Евразийский котел продолжает кипеть. Евразия не боится перемен, ибо ощущает неодолимую силу, единство и взаимопонимание. Мы знаем, места под солнцем хватит всем. Запад есть Запад, Восток есть Восток. Им не сойтись никогда. Но это не про нас. Исторический опыт Евразии свидетельствует. Восток и Запад, Север и Юг могут прекрасно уживаться и взаимодействовать, обогащая
и уважая друг друга.